Ингушские сказания. Вода, ветер, огонь и честь. Когда-то дружили вода, ветер, огонь и честь. Они всегда были вместе, но как-то им понадобилось на время разлучиться, чтобы заняться своими делами. И стали они договариваться, как им потом вновь найти друг друга. Вода сказала, что ее можно найти там, где растет камыш. Ветер сказал, что он всегда находится там, где трепещут листья. Огонь отметил, что его можно найти по идущему вверх дыму. Лишь одна честь стояла молча. Друзья поинтересовались, а почему ты не скажешь нам, как вновь тебя найти? Честь ответила, вы можете покидать друг друга и вновь сходиться, а мне этого не дано. Тот, кто однажды расстался со мною, расстался навсегда и более со мною не встретится.